Самара. Так, да, Самара. Установочная студия «Базон». Улица Пятигорская, 13. Розыгрыш сабвуфера. Что-то никто в гости не приехал. Видимо, из-за плохих дорог. Начинаем розыгрыш сабвуфера Ария БЗ-12. Вот он такой красавчик. 3 дюйма, летая корзина. Цена до 6000 рублей на данный момент. Форум, собственно, бас-клуба, где все это дело проходило. Тут вы можете отследить очень интересные инсталляции, даты и место проведения соревнований по автозвуку. И очень много найти ответов на свои вопросы. Собственно, для этого конкурс был и создан, чтобы людей не посылать постоянно на бас-клуб, а вот зайдите, посмотрите. Так, конкурс создавал Эфиоп, он же Данил. Условия были просты. На данный момент у нас 311 человек сказали спасибо. Вот они все тут вот. Да, все есть. У нас два компьютера. На одном мы одно делаем, на втором делаем вот так вот. Группа Ария Саунд. ВКонтакте официальная группа наша. Это ты? Это моя страница, Сергей Ведерников. Вот через эту программу мы разыграем. Копируем ссылку. Вставляем. Далее. Выбрать победителя. Вот на данный момент нам показал Голубев Александр, но чтобы нам все проверить, мы проверяем. Смотрим комментарии. Да, смотрим комментарии. Где и параллельно... Указать? Диман, можешь посмотреть пока на бас-клубе? Ищешь, кто, кого мы смотрим? Ну, пока... Голубев Александр. Сейчас на бас-клубе... у него ник может быть другой, так что мы не смотрим. Мы его смотрим только в комментариях. Откройте нам группу ВКонтакте, и там, может, быстрее найдешь. Я не буду. Не будешь? Да. Дай-ка я попробую. Хотя, не, у нас интернет провиснет, потому что мы подкормились пока что от телефона. Сейчас найдем. Сейчас мы его найдем. Если он зарегистрировался, то мы его найдем. Да. Если нет, то другой выиграет. Тогда может в четыре глаза смотреть, искать его. Да? Да, ну вот, смотри, вот он, аватар. Да. Угу. Человек в капюшоне. Вот мы ищем человека в капюшоне. Вот такие вот дела. Пока мы ищем человека в капюшоне, я бы мог сказать, тот, кто приехал бы к нам бы сюда в гости, время, в принципе, мы назначали и дату, мог бы получить в подарок флешечку, там, календарчик, разыграли бы. Ну, ладно, видимо, не доехали из-за плохих дорог до нас люди. Даже Стифмит, да? Даже Стифмит хочет сапари. Надеюсь, тут два будет. У него же уже есть один, зачем ему еще один? Он что хочет, уже из класса новичок перейти уже в любитель? 12. Ну где ты, человек в капюшоне? Возможно, человек в капюшоне что-то сделал не так, но это мы, конечно, шутим. Сейчас мы найдем его, смотрим. Но в то время, пока мы снимаем видео, если все-таки нам рандом выдал не того человека, и его тут нету, то мы будем переигрывать, и, соответственно, ролик будет сниматься пока. Чуть затянется, да. Да, он затянется на целый фильм. Мы ищем вот такого человека. Голубева. Если ты все правильно сделал, то ты здесь есть. Если он сделал что-то неправильно, я его найду в группе и забаню на неделю. За отсутствие мозга. Ну, возможно, он не хотел участвовать, просто лайкнул. Что увидел, то и лайкнул. Бывают такие люди, которые просто лайкнуть, поддержать. Но, может быть, ему сабвуфер не нужен, так что мозг там и есть без обид. Тут все мы люди, все мы человеки. Вот нет, это нет, не то. Это другой капюшон. Да, да. Еще один капюшон человек. Но, да, он не Игорь. Киану Ривз.
В общем, что я думаю, если мы сейчас его не находим, переигрываем, да, и потом всплывает, он где-то в комментариях отписывается, говорит, вот, друг, смотри, там такое-то время, такая-то дата, я есть в комментариях, то тогда, соответственно, приз ему достанется. Но если этого нету... Нет, сейчас если его здесь нету, на басе его нету под этим ником, ну, да, нет, ну, и нет. Нет, просто на басе нам его тогда смысл искать, то есть, ну, ну не знаю, если мы его тут не видим, вот, четыре глаза, в принципе, вот тут... Шесть глаз. Шесть глаз, да. Ну, что ж поделать. Не переснимать же, блин. Просто конкурс впервые мы проводили такой. Не всех моментов учли, да, но зато было интересно привлечь людей на бас-клуб. Потому что все-таки бас-клуб это очень, да. Самый большой звуковой форм. Да, ну вот мы его не увидели. Если увидишь, там, если где-то ты есть, то давай отписывайся потом, после как увидишь это видео. Смотри, нет, мы переигрываем. Просто перестрахуемся, да, сами друг другу. Последний комментарий. Давай. Атаян у нас 20-32. Просто чтобы он после этого времени не отписал нам здесь. Что я, он был зарегистрирован, еще что-то. Да, что-то. Конечно, это... Все. Все, давай. Другого смотрим, мы выберем. Другого человека. Обновить может, давай лучше. Да зачем? Вот я нажал. Алексей Александрович. Ребенок. На аватарке. То ли мальчик, то ли девочка. Сейчас. Ищем Алексея Александровича с ребенком на аватарке. Потом... На 10 есть 15 лет. Потом скажем, с какой минуты смотреть. Да. Кто не любит смотреть долгие кинчики. Кто дошел до этого, еще не сдался. Да. Тому сделаем скидку. Кто знает, расскажет нам это видео, получит скидку. О, есть, вот. Зверь. Зверь 494 делал... 15 числа, 15 марта. 15 числа, срочно найти, да? Да, ищем по числу и по нику. Зверь. Соответственно, он тут должен вот быть. Вот он, зверь. Вот, зверь. Ага, 4. Покажи. Все. Все, вот он есть. Сейчас, подожди, Серег, снимай. Нажмем. Не нажимай. Сейчас мы сделаем. Просто, чтобы все это было видео, все это было... Официально. Ты отпишешь его. Да, так. Победитель. Так. Зверь. 494. Все, сабвуфер отправим тебе транспортной компании, свяжешься с нами, либо вот с Данилом, с Эфиопом. Не, зачем? Либо группу, через официальную группу. Прям в группу здесь напишет, пусть, чтобы все видели. Да, да, да. То есть... И потом фотоотчет о том, как у него саб пришел. Все. Да. Так. Все. Все, прям напишу здесь данные. Ну и еще от себя в бонус положим календарь ему. Давки. Фото паспорта скинь. Так, все, ладно, минуты шутки. Да. Все, отписал. Все. Есть. Тут есть. Ну все, что от себя могу сказать. Конкурсы будем еще дальше проводить. Следите за нами на бас-клубе. Да. И на официальной странице ВКонтакте. В конце видео. Ну просто, да? Сейчас начнем забивать на YouTube. Да, видео будет загружаться на YouTube. Всем удачи. Всем пока.